245-й день карантина. Кажется, египетские товарищи меня опять обманули. Я вовсе не 16 гигов интернета купила, а 10. Потому что я истратила 9,5. Вчера стали приходить какие-то сообщения непонятные. И вот что-то ничего не грузится. Сейчас сниму это видео и попробую его на Facebook загрузить. Сегодня тепло. Вода опять стала теплая. Я даже гидрокостюм расстегивала. Сегодня три Наполеона плавали очень неторопливо. Там мужики их пытались яйцами приманивать. Но что-то Наполеоны не жаждали сегодня к людям подниматься. Он просто поднимается, мимо тебя плавает. Но я сегодня хорошо поснимала. Спинорог сегодня там три раза вокруг меня круги нарезал. Я все зубы у него во рту разглядела. Орляк опять приплыл. Неторопливо плавал. Он даже вот сюда на рифы на мелкую часть выплыл. Там сегодня у людей восторг у всех. Потом приплыли аквалангисты, почему-то кончились все рыбы. Я не знаю, с чем это связано, но каждый раз стоит приплыть дайверам, и рыбки заканчиваются. Сегодня смотрите, какие красивые облачка. Наверное, закат опять будет красивее. Вообще классно. А рассвет я сегодня проспала. Я забыла поставить будильник. И мы спали до 5:05. Даже опоздали на завтрак. Ну вот все, что знал, рассказал. Есть 45-й день карантина. В Египте тепло, но дует ветер. Поэтому мы делаем волшебный коктейльчик, который спасет нас от египетских соплей. Вот видите море. Ветер дует южный. Хорошо, что не северный. Северный нас бы уже тут всем сдуло. А вот тут наша киса. Сани, привет! Привет, киса! Где-то шлялась опять. Наглая египетская кошка. Сани. Она пришла к нам на стол опять, нагло. Киса, зачем ты мне жопу свою в кадр? Да. Это черный, если честно. Здрасте. Так, киса, тут стол, тут люди едят. Да, вон там море. Вот тут киса.